Ну что, вот у нас ежевика. Сегодня 2 июня. Такие вот цветочки на ней появились. Цветочки появились уже несколько дней, наверное, 3 дня назад. Ну, я только сегодня вот могу снимать. Сегодня у меня время появилось сделать снимок этот. Сорт Natchez. Вот так вот она у нас цветет. Пока немного. Вот мы видим. Потому что она всего лишь 2-й год у меня. В прошлом году была посажена. И вот в этом году мы видим цветочки. Ну, вот этот сорт у нас Чемаратуруси. Он так вот цветет, как мы сейчас наблюдаем. Ягодка будет позже. Сегодня 2 июня. Кусты такие здоровенные, чему я и говорю обычно людям садить ее 60 на 60, потому что кустик очень большой. Посадите 60 на 60, будет ягода большая, будет удобно собирать. Посадите ее чаще, просто будет ягодка меньше, будет в кусту очень тесно.